вместе. Вот такие у нас веселые, заводные обезьянки есть. Вы знаете, помните, мы вчера с вами говорили о том, что они готовы научить любого из вас за 5 минут танцевать так же, как они? Таня. Таня, сразу Таня. Таня. Кто там у нас замерз? Выходите, выходите, смелее. В свете наших прожекторов погрейтесь. Лучи славы просто освещают вас. Так, мужчины, мужчины, есть смелые в зале? Мужчины, конечно, есть. Мужчины! Малинка, пойдем. Мужчина, идите вот сюда, мужчина. Ну, смелее, смелее. Отлично. Итак, сейчас вот эти вот люди буквально за 5 минут научатся танцевать так, как это делают Мадженти. Приготовились за этим наблюдать, а я микрофон передаю самому главному нашему обезьяну. Здравствуйте. Итак, объясняю движения. Очень простые. Движение первое. Потом. Не прячьтесь, не прячьтесь. Вот туда два шага. Наталья, я вам. Вот туда два шага. Да. Отлично. Движение второе. Движение третье. Движение четвертое. Пятое движение. Запомнили? Отлично. Повторяем. Первое движение. Второе движение. Третье движение. Четвертое. И пятое. Я рядом, смотрите на меня. Теперь они готовы. Ваши аплодисменты? Да.